Здравствуйте, меня зовут Софья Матюшенко. Мне 11 лет, я из города Витебска, Беларусь. В связи с обстановкой в мире, многие люди должны оставаться дома, на самоизоляции. Мой рецепт быть счастливым даже во время карантина очень простой. Это одно главное правило – никогда не унывать. У карантина есть очень много плюсов. Например, на карантине можно сделать то, на что вечно не хватало времени. Или попробовать что-нибудь новое. Также это очень хорошая возможность уделить время классической музыке. Музыка, словно машина времени, возвращает нас в различные эпохи. Музыка дает возможность испытать всю гамму чувств, неподвластных человеку. Я выбираю фортепиано. Я выбираю музыку душой. Thank you.